Дорогие друзья, 8 сентября – день города Москвы. И в этот день, по традиции, я, Александр Васькин, встречаюсь с читателями. 8 сентября в 3 часа дня в магазине «Библиоглобус» на Мясницкой улице в Москве состоится презентация моей новой книги «Писатели в столице». Это книга о тех, кого мы читаем с детства. Это книга о тех, кого мы любим, кого читают и будут читать наши дети. «Писатели в столице», 8 сентября в 3 часа дня, магазин «Библиоглобус». Приходите, я буду ждать вас. И с наступающим вас днем города Москвы! Широкой мостовой льется песня.